Коллектив Ульяновского государственного духового оркестра «Держава» готовится к юбилейному концерту своего создателя, заслуженного артиста Российской Федерации Николая Булатова. Николай Антонович отметил свой 75-летний юбилей в 2020 году, но пандемия помешала торжествам. Юбилейный концерт пришлось перенести на этот год. Всю свою жизнь Николай Антонович Булатов посвятил музыке. Он более 30 лет возглавлял военные духовые оркестры. Был главным дирижером оркестра советских войск в Германии, оркестра центральной группы войск в Чехословакии. Последние годы трудовой деятельности дирижировал оркестром Ульяновского ордена Красной Звезды Высшего военного училища связи имени Орджоникидзе. В начале 2000-х годов Булатов возглавил созданный им на базе филармонии Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава», который 23 февраля 2002 года дал первый концерт. Вот в Водоканале там был замечательный человек. Это человек дела, слова, и меломан был страшенный. Юрий Алексеевич Коршунов. Он мне говорит: а ты сможешь сделать оркестр? Я говорю: в качестве кого оркестр у вас должен быть? В качестве самодеятельности я не буду браться. А хотите профессионально, я вам сделаю оркестр. И вот оттуда начал шествие вот этот духовой оркестр. Постепенно оркестр приобрел статус государственного. Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава» стал участником практически всех самых значимых событий в Ульяновской области – международных фестивалей, форумов, государственных и профессиональных праздников. Бессменным директором оркестра долгие годы является Лариса Куфтина. Она и предложила назвать оркестр «Держава». Николай Антонович ее идею поддержал. Все, нет никого. Ни помощников, никого нет. Идет Лариса. А с Ларисой мы, в общем-то, давно знакомы. Я знал ее как музыканта. Я с папой с ее служил в училище связи. Начальник артвооружения был Виктор Куфтин. Я говорю: пойдешь? Пойду. Ну, в общем, нормальный получился директор. Широкий репертуар оркестра включает в себя шедевры русской и зарубежной классики, эстрадные, джазовые композиции, популярные романсы и песни, концерты, рапсодии и сюиты для солистов-инструменталистов. Некоторые из них прозвучат на юбилейном вечере 6 июня. Николай Антонович сам станет за дирижерский пульт. Под его управлением прозвучат самые любимые произведения из репертуара оркестра. «Нашей юности оркестр», «За того парня», «Тучи в голубом», «Тот, кто меня бережет» и другие популярные песни. Концерт в честь дня рождения Николая Антоновича Булатова состоится в концертном зале Дворца творчества детей и молодежи. Ирина Антонова, Владимир Куликов, Улправда ТВ.